Я тебе сейчас после... Ален, Алена, слышишь, я тебе после эфира сейчас напишу, какого числа у нас свадьба. Вы можете прилететь в Москву к нам? Аленочка, я не вижу, что пишут. Мне в глаза капли давление мерили, глазное. Знаешь, когда зрачки расширяются, вот видишь? Я ничего не вижу. Вот. Вижу. Ален, короче, смотри, я тебе после эфира напишу, какого числа у нас свадьба, и я очень хочу, чтобы вы прилетели. Или давайте, может быть, в Мексике после свадьбы мы поедем типа на медовый месяц в Мексику, чтобы увидеть все вместе. А прилетит, я ее хочу тоже увидеть. Аленочка, доченька моя. Ален, сейчас я на тебя подпишусь, потому что я из-за ГИВ отписывался, за раздачу. Когда у тебя ГИВ, ты от всех отписываешься, это правда. Мам, ты завтра опять идешь в больницу, да? Да, да. Ко скольки? Ну, не важно. Я так соскучилась уже. Я так соскучилась уже, господи, по вас. Ну, что ж такое? Мам, ну. Мам, я тебе сейчас расскажу одну вещь, только ты никому не говори. Нет. Ну, как же, мы же, ты обалдела? У Игоря женсты нет. Ну, ты поняла. А я ему приготовила на 27 число сюрприз. Мы кое-куда. Маша, не надо и говорить, потому что люди такие, они найдут его и сообщат. Ничего не говори, мне потом напишут. Короче, да, я потом все покажу обязательно в сторис. Вот. А, вы знаете, а, ну сегодня, Маш, ты помнишь сегодня? А день... WhatsApp напишу, что? День памяти бабушки. Лиды. Да, встреча с Крис прошла очень хорошо, на удивление, без каких-либо конфликтов, очень душевно. И я так рада, что мы все нашли силы в себе увидеться, обняться, поцеловаться, поужинать. Ну, короче, мы все были очень рады, правда. Но если без Стёба говорить, то да, это большая победа для нашей семьи, потому что я считаю, что семья – это главное, что у нас есть. Нужно ее ценить, беречь, вот. Мамочка тоже очень рада. Очень, очень хорошо. Я боялась, что будут какие-то скандалы, разборки, но нет. Знаете, ничего не было. Просто как будто вот тишь да гладь на озере. Только лебедей не хватало. Как... Она в эфире сказала, скандал опять, вот, вружка, это Крис. Да нет, нет, она пошутила, на самом деле, она пошутила, потому что никакого скандала не было. Все были очень счастливы видеть Кристину, она роскошно выглядела совершенно. Игорь ее видел первый раз, сказал, ну просто красавица. Вот вы знаете, глаз не оторвать, вот просто реально. Одета. Красиво, вот этот костюм, вот с лоском все, ничего лишнего там, не видно, ни вульгарщины, ножки открыты, верх прикрыт, губы нют, глаза ну нет, как бы вопросов нет. Очень, я очень рада, что брат мой на такой выбор сделал, и сын у них очень умный, красивый. Короче, я просто счастлива, что у меня такая семья, мне спасибо Вселенной за такую семью. Вот. Мамуль, да? Ты что там? Ничего, я тоже классно совсем. Ты, мамуль, тебе, можно тебе сказать, тебе нужно голову помыть все-таки. Маш, твою мать. Ты будешь, нет? Нет. Быть. Я потому что... Ну, скажи причину. Я скажу. Я скажу, потому что я сейчас... мы же не спали. Ночь мы не спали, дорогая моя. Не спали. Во-первых, пришли поздно, а во-вторых, встали рано из припомнить. Мама, ну честно, я готова тебе подогнать сухой шампунь. Надо помыть все-таки. У меня плывет сейчас. У меня в тумане. Валя, Маш. Маша, Алены больше нет, Купер тут, да? Она всегда с нами, как ветер рядом. Ты что? Будь здорова! Это мне воздуха не хватает. А, я думала, ты чихаешь. Воздуха нет. Окна открыты, я никак...
не открыла. Ну, пришла, еще не открыла. Я хотела. Ну, ладно. Нас же думают, какие люди все-таки бессовестные. Такое напрасно пишут в эфирах, что мы ссорились опять, чтобы раздор в семью внести. Ну как так? Зачем? Ну зачем так делать? Ну зачем? Уже вот идеально, наконец-то, встретились, пообедали. Брат мой угостил всю нашу семью. Это так приятно. Вы что, Крис, обидели? Вы что, ребят? Я вам... Вчера только что не встал на коленях перед ней, а все остальное идеально. Вот. Но я могла встать. Вы знаете, я не обеднею от этого. Милочка, у тебя скоро свадьба. Мам, ты где? Мам. Вот. Да я только твой вшивый затылок вижу, котенок. Подними головку. Радость моя, подними голову. У тебя вот здесь проплешина, и это не очень красиво. Мила Март. У нее скоро свадьба, давайте ее все поздравим. 13-го у нее, 13 августа. Моя красавица, просто. Машенька, давай я выйду из эфира, чтобы тебя было видно, а то половину головы. Давай я выйду, Машенька. Ты знаешь, мам, то, что у меня половина головы, это небольшая потеря. Мама, mm-hmm. назад в Москву, почему с вами не поехали? Потому что мы скоро вернемся. Мы поехали у Игоря по бизнесу и на гендер-пати. А и еще я Игорю сделала один подарок роскошный, но он об этом пока не знает, только вы знаете. Вот. Вызывала скорую, потому что у меня невыносимые боли были внизу живота. Я боялась, что у меня опять апоплексия и кровотечение внутреннее. Вот. Мне сделали уколы внутривенные. Вот, сейчас покажу вам сюда. Вот. Видно мне. Ой, какой синячище большой, да, лапочка моя, доченька. Да, мамочка. Машуль, ты красотка. Вы знаете, я знаю об этом, это очень приятно. Телефон разрядился. Аленочка, вот Алена Купер вышла, мам. Где? Вот она, Аленочка пришла, Купер, моя любовь. Ален, я тебя целую, Ален, целую. Я тебя... Ален, мы так по тебе соскучились, невыносимо. Алён, я вас с Риком приглашаю на свадьбу официально. Приезжайте, пожалуйста. Я сейчас напишу дату тебе. Солнечная Чувашия, да. Тетя Оля плачет. Ну, если свадьба-то будет, тогда... Нет, я... У меня, знаете, глаза тетя Оля, немножко... внучка будут к вам в гости привозить? Слушай, а Кристина же уехала на 5 дней в Москву. Может быть, ты будешь пока у Сереженьки с внуком? Меня вот мне сегодня закапали, и я ничего не вижу. И завтра опять поеду, опять обследование. Я хожу как в тумане, я ничего не вижу. Вот что получается. Рада ведь, спасибо. У меня по-женски, мне кажется, если честно, я, конечно, об этом никому не говорю. Марокко, привет. Мне кажется, что мне это симптоматика. Из-за того, что у меня неразрешенный вопрос с бывшим мужем, вот, в плане того, что он мне до сих пор не дает развод. Ну, то есть, это такая тяжелая история. А Марокко передает привет, да? А? Из Марокко передают привет? Да, Марокко. Откуда? Да, вы не понимаете. То есть, у меня была апоплексия с кровотечением. Мне сделали операцию, потом вторую по трубам для беременности. То есть, две операции. И сейчас у меня... ну, как бы скоро приезжает, я боюсь, что это апоплексия опять, не дай бог там кровотечение, оказывается, мочевой пузырь. А он, ну, как бы он не лечится в больнице. То есть мне выписывают Монурал, Канифрон выписывают, Фиточи выписывают, свечи, и все. Слушай, я убила. Вот так... Алена родила, Купер! Как? Что? Алена? Алена! Кого? Алена, ты что, шутишь? У меня сейчас мурашки, ты что, родила? Счастье какое! Пусть она мне пришлет. Пришли мне в WhatsApp. У меня сейчас мурашки, ты что, шутишь? Ребята, это наш друг Алена. Ну вообще. У меня мурашки сейчас. Машенька, а что это? Возьми Ванечку. Он Ваня Кушнер достал меня. Алена родила, Купер, мы ничего не знаем, мама. Это стыдно! Ничего я не вижу, блин. Так хочется посмотреть кого-то. Маш, что он плачет? Он в образе, песик короля, вот он. Маш, он не в образе. Да он Игорь, вот он, Игорь ждет, вот он. Надо лишь шестерку, не стыдно.
Маш, спроси кого? Аленочка, кого ты родила? Маш, смотри. Дочь, мне кажется, она родила дочь. Да, может, мальчика, ну спроси, сколько чего? Да нет, у меня просто муж там придумал разную фигню, и поэтому сейчас наконец-то уже развод. Конечно, дочь родила она. А откуда ты знаешь? Света Виолетта. Я вот как почувствовала, что она дочь... Блин, Ален, ты можешь мне написать прямо сейчас вот сап, у меня мурашки? Ой, смотрите, у меня мурашки просто. Это моя подруга. Ой, ну все. Маша, может быть, он кушать хочет, Ванечка? Мам. Я ему дала сейчас ведро корма. Ведро. Доченьку родила. Ну, это вообще. Маша. Я тоже вас обожаю. Ой, не надо слов. Не надо паники. Да, Игорь, я в эфире. Что, мой хороший? Что мы? Так у меня выступление сегодня бесплатное. Ты все-таки мой талант тоже губишь. Это жаль. Маш, почему он плачет, а? Он в образе, мам. Как обычно. Ой, ну-ка. Маш, спроси, почему он плачет. Просто спроси. Давай, задавай ему вопрос. Да. Ванечка, почему ты плачешь, мамочка? Вань, ты кушать хочешь? Может, ты пить хочешь? Маш, может, он пить хочет? Он воблу хочет, соленую, с пивом. Подожди, а водичка есть у него? Нет. Маш, ты что, обалдела? Срочно дай попить, чтобы он попил, и тогда он пописает, пока не поехали. Давай быстро попить, собаки. Конечно, лёгу вон вообще. Мам, я ему столько давала воды, что это охренеть. Сейчас дам еще. Не обсывайся. Я потерялась. Все, я тут не могу. Тут Игорь загрузил машину с цепками, я не пролезу. Маш, ну найди. Вань, утром попьешь, сынок. Ты что? Ты что? Маня Кузьмина пришла! Маня! Любовь моя! Манечка! А где она? Вот как? Она, доча! Красавица моя, Маня! Я-то не знаю, где она. Маша, я вышла, я не могу смотреть. Маша, не могу смотреть. Я тоже ухожу. Всем пока.